В регионе продолжаются рейды жилинспекции представителей Общенародного фронта. Сегодня комиссия побывала в доме номер 69 на улице Урицкого в Ярославле. От жильцов бывшего общежития поступила жалоба на постоянные протечки. Ручьи с крыши дома текут в коридоры и комнаты. Люди предполагают, что виной тому установленная 14 лет назад на крыше вышка. Расположена не над лифтовой шахтой, а именно над комнатами жилыми. И жители, естественно, что беспокоятся о том, какой вред приносит эта вышка. Ну и второе, о том, что протечки происходят именно из-за того, что оборудование установлено давно и, видимо, уже повреждена кровля, то ли в связи с раскачкой этой вышки, то ли еще по какой-то другой причине, которую вот установит комиссия. Инспекторы в ходе проверки зафиксировали сухие следы протечек, однако видимых следов повреждения кровельного покрытия не установлено. Поэтому ответить однозначно, влияет ли наличие вышки на существующие протечки, нельзя. По результатам обследования управляющим домом организации будет выдано предписание на установление причин появления этих протечек и, соответственно, выполнение необходимых работ по устранению и по непоявлению данных протечек кровли. Предписание со сроком в течение месяца будет выдано.